Красота. Что, нормально получается? В принципе, ПВХ вот тут вот купленная из него, можно еще сделать таких эмблем. Вот такая вот движуха у нас. Я приехал в Пластикс. Вот тут самолеты летают очень громко и очень низко. Я приехал купить клей Акфикс. Это суперклей, грубо говоря, с баллоном отвердителя, для того, чтобы сделать еще крепление нашей LED подсветочной эмблемы. И хотел купить тут в Пластиксе еще и LED-подсветку, но ни клея у них нету, ни подсветки нет. Сейчас нужно дальше ехать искать такой клей. И нужно покупать еще LED-ленту и блок питания к ней. Мчимся дальше. Недалеко тут от нас Касторама, это наш эпицентр. Едем туда сейчас искать там клей и покупать там LED-ленту. Так что дальше буду показывать, как у меня это будет получаться. В итоге ухожу я с Касторамы, потому что тут нет клея, который нам нужен. Они мне предлагают просто суперклей, но это, в принципе, не то, что мне нужно. Мне нужен непосредственно клей с отвердителем, которым ты пшикнул, и у тебя все сразу приклеилось. И, кстати, еще и не нашел я толком у них LED-лент. Короче, такая движуха. Еду сейчас в другое место, буду в другом месте смотреть. Сейчас зайду водички себе только куплю в Лидле и побегу дальше. Вот такая вот у нас сегодня задача. Кстати, вот в Лидле тут нашел вот такой вот наборчик заклепочек, термоусадочек и хомутов. И думаю, что нам по 140 гривен это точно нужно. Не так уж дорого. Возьмем себе на сервис. Пускай такая мелочевочка у нас будет, потому что еще не совсем обжились такими делами. По-любому берем. Еще один магазин. Ну и что хочу сказать. Вчера был праздник тут какой-то религиозный. И вот я приехал в магазин, а магазин не работает. Ну, зачем работать, если вчера был праздник, да? То есть, понятно, что выходной день. А зачем после выходного дня работать в пятницу, в субботу? Это зачем? Ну, надо устраивать себе уже выходные и не работать. В принципе, плюс-минус так и выходит. Вот тут магазин малярных всех принадлежностей. Там точно, я видел, есть такой клей, который мне нужен. А за магазином там торгуют LED-подсветками, лампами, всеми делами. И там закрыто. Короче, праздники у ребят продолжаются. Вот такие вот дела. Будем сейчас искать дальше, либо сейчас, может быть, плюнуть, подождать, заказать на Allegro. Придется Allegro и спокойно себе сделать. Не знаю, сейчас посмотрим. Потому что хотелось сделать это прям в ближайшие дни. Ну, вот такое вот. Если я что-то взялся делать, то хочется доделать и не бросать, а доделать это до конца и радоваться тем результатам, которые получаются. Вот такой у меня характер. Не знаю, плохо это или хорошо. Что скажете по этому поводу? Ну что, взяли вот ленту. В разных цветах. Неоновая типа лента светодиодная. Короче, тут вопрос. Синюю делать контур? Или все-таки белый изнутри, чтобы светил? Как вы думаете? Или может быть вообще развернуть, типа, чтобы светил изнутри синим? Как нужно? Ваше мнение, хлопцы-то, девчата. И мы взяли, кстати, синюю. Сейчас пойду еще посмотрю, какие еще у нас там цвета есть. Синяя. Мы тестируем ее. Потому что синий бокс, в принципе-то, синий бокс. И продолжение может быть синее. Дальше у нас есть зеленая, вот, зеленая, красная вот есть, есть фиолетовая. А еще у нас есть, в принципе, белая, так как я говорил, сделать изнутри. Короче, сейчас нужно подумать, как правильно это сделать. Обычная белая. Я думал изнутри, чтобы белая светилась, но в итоге варианты другие и не знаю, что выбрать. Нужна ваша подсказка. Так, у нас уже следующая Mazda тут стоит, та уже почти, практически уже на отдачу. Там еще решили распорочку поставить, сейчас устанавливаем. Ну, а тут сейчас покажу, у нас тут замена компенсаторов. Кроме компенсаторов еще нужно менять рокера, потому что болтаются. Ну и компенсаторы тут, в принципе, видно, не держат. Соответственно, все меняем. Какие-то держат, какие-то не держат, но купили комплект и поставим все новые. И все, и решим эту проблему. Но рокера болтаются, подшипники на них, поэтому я думаю, что их тоже нужно будет поменять. Возьмем новые, закажем, достанем их с упаковочки, подергаем их. Если там также болтаются, ставим старые. Если нет, поставим новые. Потому что клиент хочет, чтобы тут все было четенько. Соответственно, все так и делаем. Видите, покажу случай, когда у человека резину нужно менять на машине. Вот, смотрите, вот это Mazda. Мята. Смотрите, кручу колеса. А тут, короче, гули по протектору, там уже резины нету, все дела, вон, смотрите. Вот такая вот резина. Ну, зачем резину менять, если мы можем поменять
тормозные шланги поставить армированные, правда? Смотрите, кто выбирает, какие приоритеты. Чувак захотел шланги поменять, а не резину. И говорит, что-то у меня сзади бьет. Я ему кручу колесо, там гуля прыгает по протектору. Он уехал, приехал к Кириллу, моему механику, говорит, а можешь посмотреть, что-то у меня сзади бьет? Кирилл говорит, так тебе же говорили, что резину нужно менять. Так нет, резину мы не меняем, мы меняем шланги. Юрчик, не обижайся. Так просто по приколу рассказал, пускай люди поржут. BMW вот такая семерочка. И тут у нас замена маслица. Заливаем. Не знаю, что за масло. Клиент сам покупал. Без понятия вообще, что это за производитель. Под что он? Кто знает этого производителя, напишите. Я, во всяком случае, имея свой опыт, первый раз Пенрайт название масла, первый раз слышу. Кто-то слышал о таком масле? Или нет? If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Кроме сервисного обслуживания, тут в BMW еще замена резины. Вот меняем резину. Вот передние колеса уже сделал. Сейчас снимаю задние. Меняю заднюю резину. Человек привез вот новую резину. А тут на улице у нас идет разбор Renault Master'а. Машина ездит постоянно в рейс. И, короче, тут такая ситуация. Договорились с клиентами, что в любое время должны их обслуживать. Собственно, тут у нас потек рабочий цилиндр сцепления. Вот сейчас его должны снять. Снять коробку, снять подрамник, снять рейку, снять, поменять. И в понедельник должна машина уже точно уехать. Но, дай бог, уедет, может быть, и пораньше. Посмотрим, как будет по времени все это получаться. Так, без 20 час, а я только еду домой. Закончили до последнего клиента, как я говорю. Обещали сегодня сделать людям автомобили, мы их сегодня сделали. Завтра с утра они их забирают, рассчитываются, и все довольны и счастливы. Как бы вот такая история. Позаписывали в конце рабочего дня все дела, позаказывали запчасти, распланировали рабочий день на завтра, ну и вот выехал домой. Поэтому как бы такое время у нас, такие условия, что приходится по-любому работать днем и ночью для того, чтобы чего-то добиваться, для того, чтобы что-то как-то о себе зарекомендовать, нужно работать, нужно все делать, чтобы все были довольны и счастливы. И мы прекрасно понимаем, за что мы работаем. Поэтому вот такой вот движ. Еду домой, а всем хорошего вечера и спокойной ночи.